Для психолога Марины Сурменко важно, даже если вокруг человека не все хорошо, все равно он должен видеть красоту. Этого принципа она придерживается последние 8 лет. С того самого дня, когда в душевном порыве купила холст и краски. Первая работа сразу же стала удачной, подтолкнув начинающую художницу творить дальше. Сейчас у Марины более 40 работ, 34 из которых она решила выставить на публику. Выставка называется «Замечаю красивое». Здесь представлены работы, на которых изображены какие-то объекты и явления, которые я заметила здесь, в Приморском крае. Они мне показались настолько эстетичными, что я решила их вот передать на холст. По работам на стенах можно проследить образ мысли, интересы и хобби художника. Здесь есть и место танцам, теннису, музыке, а портреты Фрейда и Макаренко висели в ее психологическом кабинете. Однако большинство работ посвящено природе. К примеру, влияние на художницу оказали труды исследователя Приморья Владимира Арсеньева. Он сказал, что наш манжурский орех, наше типичное приморское растение, похоже на пальму. Но меня это очень удивило, я проверила это сходство и решила его передать на картине. Рисует Марина только с натуры. Считает, что только так можно передать эмоции, которые испытывает человек в этот момент. Эту картину «Молодые лиственницы» я рисовала в Хабаровском крае, буквально в тайге. То есть я там сидела, вокруг у меня были масляные краски, вокруг меня летали мошки. Я была вся искусана, но зато все мои гости дома отмечают вот именно эту работу. Картины Марины небольшие по размерам, но времени на тщательную прорисовку и законченность образа уходит много. Искусство должно быть вне критики, считает она. Но была бы рада, если бы выставку посетили профессиональные художники и как можно больше горожан. Познакомиться с работами психолога Марины Сурменко можно до 13 августа. Анна Маринец, Никита Файзулин, Телемикс.